В Балаковском старообрядческом храме, который располагается у 18-й школы, вовсю идет ремонт. Строительство началось еще в 2012 году, а теперь перед нами уже большой, невероятно красивый храм. Но работы по внутренней отделке еще продолжаются. Уже готово помещение, где по воскресеньям проходят службы. В основной и алтарной частях храма отделочные работы завершаются. Стены отшлифовали, потолки подшили. И все это благодаря людям, которые помогают храму. Теперь рабочие занимаются укладкой полов. Помогают нам и простые люди, и люди, которые занимают определенные должности. Также в старообрядческом храме на цокольном этаже обустраивается трапезная. Там работы много. Нужно сделать потолок, стены, полы. На данный момент в столовой уже выложена печь. Планируется, что временно в трапезной будут проходить занятия воскресной школы. Конечно же, нужно сделать крылечки, чтобы нормально было легко подниматься и пожилым людям. Вот такие у нас планируются работы. Мы стараемся сделать наш город лучше, красивее. И я думаю, что этот храм является уже украшением нашего города. Храму с ремонтом много помогают неравнодушные люди, как средствами, так и делом. Благодаря этому работы еще ведутся, хоть и не быстро, но постепенно. В помещении, где проходят службы, установлен ящик для сбора средств на ремонт храма. Поэтому любой желающий может помочь и внести вклад в строительство. Все желающие могут сюда приходить, и так и приходят по воскресеньям с 8 часов. У нас богослужение. Некоторые удивляются, что у нас нет здесь даже ценников на свечи. Ну, я объясняю так, что это не магазин, это все-таки церковь. И все это строится на пожертвования, на помощь людей небезразличных и отзывчивых. И вот кто, если есть такие, кто отзовется, мы будем очень рады и благодарны. И будем молиться за вас. И Господь вам тоже поможет. Двор у храма тоже преображается благодаря неравнодушным людям. Тут и цветы, и столик, и лавочки. Как только уберут строительный мусор, здесь будет очень красиво.